подозреваемого в убийстве арестовали в Череповце. Об этом сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, с 7 на 8 декабря в одной из квартир на улице Командарма Белова между приятелями произошел конфликт. Один из мужчин повалил второго на пол, нанес ему множественные удары рукой по голове, а затем ножом ударил в грудь. От полученных повреждений 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Дом сгорел в селе Мякса Череповецкого района. Пожар произошел в субботу в 19 часов 41 минуту на улице Пролетарской. Собственник одной из квартир – женщина, другой – мужчина. Площадь пожара – 70 квадратных метров. Строение полностью уничтожено огнем. Предположительная причина – неисправность отопительной печи либо недостаток конструкции изготовления электрооборудования. Коммунальная квартира горела в Вологде. Пожар произошел в воскресенье в 14 часов 26 минут на улице Некрасова, 47. Площадь пожара 2 квадратных метра. Огнем повреждены диван, постельные принадлежности, внутренняя отделка. Во время прибытия пожарных подразделений комната была заперта. В ней наблюдалось сильное задымление. В центральной части комнаты на диване, охваченный огнем, лежал собственник комнаты, 61-летний мужчина. На полу горели постельные принадлежности. Пожарные вынесли мужчину на улицу и передали врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали. Причина – неосторожность собственника при курении.